Всем привет, с вами Roxy D. Продолжаю я обозревать оформление альбомов группы Marilyn Manson, входящих в трилогию, состоящую из трех альбомов группы, а именно Antichrist Superstar, Mechanical Animals и альбом Hollywood. Сегодня у меня вторая часть триптиха, это альбом Mechanical Animals 1998 года. И как мы видим по обложке альбома, что в этом альбоме имидж Мэрилин Мэнсона кардинально поменялся, в отличие от предыдущего альбома, где он выглядел в виде гнилого червя Антихриста. Здесь он предстал в виде такой вот бесполой личности, напоминающей инопланетянина. Диск с этим альбомом у меня фирменное издание Великобритания. Здесь вот на обложке даже видно, что у него 6 пальцев на руке. Такой вот существо. На обратной стороне ничего нет, серый фон и человечек. Нету списка песен. Вот так вот выглядит диск по бокам. Альбом «Механические животные». Накатка выполнена в таком вот серо-белом виде с надписью «Кома». Сзади диска вот такая вот таблица непонятного содержания и список песен с этого альбома. 14 песен на альбоме. На 4 песни из этого альбома были сняты видеоклипы. На такие песни, как The Dope Show, Rock is Dead, I Don't Like the Drugs, But the Drugs Like Me и Coma White. Это, по крайней мере, официальные клипы. Перейдем к буклету. Буклет здесь, к этому альбому, книжка на 16 страниц. Выполнено все очень интересно. То есть, к этому альбому, как и предыдущему, своя задумка выполнена. Здесь идет некие две личности. Мы видим на обложке альбома личность под названием Альфа, а на обратной стороне личность, как бы антипод, под названием Омега. То есть буклет идет двухсторонний. То есть основная часть — это обложка альбома, где Альфа, а на обратной стороне идет вторая часть буклета. Это как бы антипод Альфы, Омега. И начнем с Альфы. Здесь сразу идут тексты песен. И сразу тематика наркотиков, комы и всего такого. Видимо, аппарат искусственного дыхания. Здесь таблетки некие. То есть атмосфера и оформление альбома очень наполнена наркотиками и бессознательным состоянием. Чего уж тут сказать, название песни «Я люблю наркотики, наркотики любят меня». Тут тоже, видимо, шприцы, какие-то медицинские препараты, диаграммы, непонятные таблицы. Mechanical Animals. Coma White. И в центре буклета Альфа как раз вот на таком вот диване, на две страницы. На этом часть Альфа заканчивается. Начинаем часть Омеги смотреть. Омега чуть выглядит по-другому тут. Тоже видим тут шприц. Фотографии участников группы. Джон Файв, гитарист, Твигги Рамирес, который также здесь в таком глэмерском виде женщины выглядит. Бас-гитарист группы. Мадонна Уэйн Гейси. Значок Омеги,
сущности антипода альфа. Сам Мерлин Мэнсон на такой вот огромной таблетке. Джинджер Фиш, ударник группы. Здесь какое-то искусственное дыхание, схемка непонятная. Ну, такой, в общем, буклет, состоящий из альфа и омега. Было издание от Ukrainian Records, упрощенка четырехстраничная, где была обложка альбома. Здесь, где омега, просто серый фон с человечком с обратной стороны диска, а внутри просто вот это вот фото альфы на диване, и все. Такого буклета красочного не было. Только на западных изданиях такой буклет. Вот такой вот второй альбом триптиха, состоящего из трех альбомов группы. Альбом Mechanical Animals 1998 года. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока.